Из штатного расписания севастопольских детских садов исключили должности медицинских работников. Об этом в ответ на информационный запрос телеканала НТС сообщил директор департамента образования правительства города Игорь Белозеров. В документе сказано, ставки медсестер теперь находятся в штате медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения. Теперь для решения вопросов обеспечения детских садов медицинскими кадрами, организации лечебного или профилактического питания приходится периодически проводить межведомственные совещания. При этом заведующие детсадов систематически направляют письма в адрес департамента здравоохранения о необходимости выделения постоянного медработника. Такое решение вызывает крайне отрицательную реакцию и родителей дошколят, и департамента образования, и медработников. Родители уверены, что периодически приходящая медсестра не может должным образом контролировать здоровье детей, ведь некоторые малыши посещают специализированные детские сады. Там ребята должны получать определенный уход и процедуры, что, согласно правилам, нужно делать только под контролем медика. Кроме того, в обязанности медработника входило ежедневное формирование меню, контроль за пищеблоком, осмотр детей и многое другое. Как дошкольное образовательное учреждение Севастополя обходится без медиков? Вопрос сложный, но ясно одно. Даже в случае травмы ребенку некому своевременно оказать первую медицинскую помощь.